Лаура Лауди Санчес, персональный тренер по кроссфиту и инструктор по бодибилдингу из Южной Америки. О месте ее рождения ничего не известно, однако какое-то время она жила в Баринасе, небольшом городе на северо-западе Венесуэлы. В данный момент ей 22 года, но за свою жизнь она успела попробовать многое. В детстве она ходила на балет и танцы, а после этого серьезно занялась спортивной акробатикой. Ей даже довелось представлять Венесуэлу на соревнованиях самого высокого уровня. Но, увы, однажды она получила серьезную травму, и ей пришлось распрощаться с этим спортом. Однако Лаура не привыкла сидеть без дела. Она решила посвятить себя кроссфиту. Лаура всегда тренировалась с полной отдачей. Таковы ее принципы. И это принесло свои плоды. В кроссфите ей также удалось завоевать несколько национальных и международных титулов. Совсем недавно, в январе 2023-го, Лаура приняла участие в знаменитом фитнес-турнире «Вудапалуза», который по традиции проходил в Майами. И в целом у спортсменки очень большие планы на этот год.